Олег. Вам Макс 25 жизней. Прайм Конспортфейл с мадам. Много мадов. Скачал из Стима. Искал другие сайты, но таких мало очень. Там в Стиме очень много модов. Так. На паровозы скачал, на электрички. Тепловозы дальше. Хочешь третьей части? Можешь подписаться на мой канал и поставить лайк. Там, конечно, тихо говорю, чёрт. Через программу какую-то говорю. В андроиде, когда снимал, самое первое видео, там громче слышно. И нормально. А я играю на компьютере, просто не очень слышно. За это редко и говорю. Только. Кажется, ты записываешь там звук через программу. Снял видео без своего звука. Потом надо тебе через программу говорить. Как-то очень сложно. Но я попытаюсь. Попробую. Еще паровоз. Видео будет длиться где-то 27 минут. Можете написать в комментариях, кто играл с этими модами. На лебета, на паровоз, на тепловоз, на электрички, электровозы. Там еще прикольные вагоны скачали. Не только вагоны, потом скачал еще другое шутки там. Пока что такое сильное. Можете написать в комментариях, что вам больше нравится смотреть, какую игру. Мне было понятно, пока что снимать. Не только на поезда я скачал, на автобус там скачал, на грузовик, на самолет там скачал. На объекты. Светофоры. Я пока что не буду ставить светофор. Ни один паровоз
скажу, чи свій автобус. Роковий. От красненький. Там трава. А, ничего нет. Чуть-чуть путь. И с той стороны. Получилось. Можете подписаться на мой канал, поставьте лайк.
еще раз посмотрю. Паровоз. Поближе. Там есть еще один блок.
больше пассажиров. Пассажир.
пассажир, то больше вокзал. Больше будет денег, не прием. Всем пока.